Петропавловске хотят снести около 500 гаражей. Владельцев уведомили, что в течение 10 дней они должны освободить территорию. В случае отказа придется выплатить немалый штраф. Чиновники утверждают, что строения размещены незаконно, а собственники возмущены тем, что власти выгоняют их с участка, на котором когда-то сами их разместили. Ситуация разбиралась Зайра Джакупова. Амантай Мукажанов купил этот гараж за 300 тысяч тенге и установил его в двух шагах от дома по улице Жукова. Металлическое строение прослужило долго, только вот теперь его придется снести. Во двор пожарным и скорой неудобно заезжать. Сейчас у всех машины, у кого-то по нескольку. Во дворе места свободного не найти. Машину в гараж ставлю, да и вещи личные. Вместе с Амантаем Мукажановым освободить территорию попросили еще несколько сотен владельцев гаражей. На выселение дали 10 дней. Такому благоустройству здесь совсем не рады. Мне будет очень трудно. Я инвалид второй группы, у жены моей третья группа инвалидности. Я тут недалеко от своего гаража живу, и то еле добираюсь. А зимой? Мы же не можем далеко ходить. Предписание повесили. До первого августа не уберите, 170 тысяч вам штрафу. На костылях куда-нибудь. В основном вся масса пенсионеров. Люди до сих пор налоги платят за эти гаражи. По словам жителей, помимо налогов, они годами платили за аренду земли, а в 2007 году даже сделали легализацию. Горожане готовы создать кооператив и лично взяться за обустройство территории. Сделать кооператив, следить за порядком, сделать этот самый забор, окрасить его, собрать эти деньги, это не так уж много будет. Сегодня на этой территории насчитывается около 500 гаражей. Когда-то их переместили сюда из другого места. Тогда власти заверили людей, что такого больше не будет. Однако история повторяется, и обеспокоенные жители уже не верят обещаниям чиновников. Кооперативный гараж у нас был. Находится сейчас на этом месте детский садик «Балдаурен». Мы согласились. Наши гаражи перевезли с этого места на сейчас находящийся здесь. И теперь с этого места теперь нас хотят тоже убрать. Как рассказал нам руководитель городского отдела земельных отношений Еркан Жомарт, со сроком в уведомлении вышла ошибка. Вопрос с переселением будет решен не за 10 дней, а в течение года, так как обещанные 2 гектара земли пока не готовы. На новом месте предполагается создание гаражного кооператива. Тогда уже собственники смогут узаконить свое имущество. Эти гаражи просто-напросто вообще стояли незаконно. Там есть охранная зона электрических сетей и тепловых сетей. И поэтому, например, там никакие объекты не должны быть. Сейчас мы подыскиваем земельный участок. Как подготовим земельные участки, вот тогда надо будет его перетаскивать, эти гаражи. Ну, на данный момент этот земельный участок не готов еще. Деревья или тротуары, что именно появится на месте снесенных строений, в акимате пока не знают. В одном госслужащие уверены точно. Старые гаражи портят вид города. Зайрат Жакупова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар 24.